Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну. Привет, дорогие телеслушатели и радиозрители! Сегодня мы развенчаем утверждение Игоря Николаева, что день рождения – это грустный праздник. Телерадиоканал «Страна ФМ» докажет вам обратное. По штукодам переходов побегут пешеходы. Спас трещина, штора, рассыпется свет. Мне плевать на политику и моду. Все, что важно, это первым слушать вот привет. Хочу, чтобы у вас на канале была замечательная, прекрасная музыка. Вы смотрели замечательные клипы, показывали людям то, что вы можете. А мы вас всегда будем поддерживать, артисты, мы для этого и созданы. Я очень хочу, чтобы потрясающая страна ФМ, моя любимая, самая любимая, чтобы цвела настолько, чтобы все об этом знали. Я очень хочу, чтобы все вы обязательно слушали хорошую музыку, потому что здесь звучит хорошая музыка, здесь поют хорошие артисты. Друзья, очень приятно быть рядом с вами, очень приятно отмечать вместе эти два совершенно удивительных праздника. С днем рождения, телерадиоканал «Страна ФМ». Нам здесь очень нравится. Телерадиоканал «Страна ФМ». Один на всю страну.